Магеллан, реакторная, квест. Проект-эмулятор и вытекающий из этого квест пахнет жареным. А нам нужно вот сюда пробраться. Клейтон Монтгомери, с ним общаемся. Хорошего тебе дня. Смотрите, рубильники. Питание вспомогательных систем. Гласит надпись над первым. Основное питание систем проекта эмулятор. Сообщает подпись под вторым. Нам нужно и питание вспомогательных систем включить, и основное питание систем проекта эмулятор тоже включить. Но сейчас дергать рычаги смысла нет, у нас только током шандарахнет. Поэтому подходим к терминалу. Мониторинг системы. Аварийный режим. Питание 1 из 20. Значит, нам нужно снять нагрузку, чтобы увеличить количество питания доступного. Поэтому включаем режим экономии питания. Уже 2 из 20. Выключить сигнальный зуммер. 4 из 20. Дальше выключить подсветку внутри системы. 7 из 20. Систему охлаждения пока не запускаем. Дальше мы запускаем второй преобразователь, именно второй. Стрелки приборов вздрагивают, система теряет 5 кВт, которые необходимы для поддержания работы преобразователя. Однако, как только преобразователь выходит на маршевую мощность, он тут же выдает 10 кВт дополнительной энергии. Отлично. Дальше мы включаем систему охлаждения. Со всех сторон начинают гудеть мощные вентиляторы, по всей видимости они должны отводить нагретый воздух из системы охлаждения первого преобразователя. Количество доступной в системе энергии падает на 5 кВт. Ничего страшного, нам этого хватает. Включаем теперь первый преобразователь. Стрелка приборов вздрагивает, система теряет 7 кВт, которые необходимы для поддержания работы преобразователя. Ничего страшного, если учесть, что сам преобразователь генерирует целых 20. Все, у нас 20 из 20 кВт. Теперь мы включаем первый рычаг, это наши вспомогательные системы. Индикаторы меняют цвет на зеленый, стрелки приборов вокруг вас вздрагивают, оживая. Тихое ровное электрическое гудение наполняет кабинет. Похоже, вам удалось настроить подачу энергии. Дергаем второй рычаг. Терминал настроен, какая-то неполадка внутри электросети не дает вам подать питание на систему эмулятора. Должно быть, проводка на техническом этаже неисправна. Вот, эмулятор у нас не включился, вспомогательные системы включились. Общаемся опять с Клейтоном. О, привет! Говорим ему, что мы разобрались с этим компьютером. Разобрались с ЭВМ. Он отходит, сам сейчас он посмотрит. Если я верно понял результат диагностики, нужно совершить прогулку на технический этаж, находящийся под реакторной. Возможно, сгорела проводка, но с вероятностью 99% виноват предохранитель. Предохранитель он нам дает. Так что спускаемся на технический этаж. Пытаемся сохраниться. Сказать, что вам нужно отремонтировать цепи питания на техническом этаже. Нам разрешает воспользоваться лифтом. Спускаемся на технический этаж. Здесь у нас, кстати, проходят крысиные бега. Вот тут крыски у всех, у каждого. А можно делать ставки, но это уже потом. Пока нас интересует предохранитель сгоревший. Этот распределительный щит выглядит новее прочих, похоже, он был установлен здесь не так давно. Подойдя поближе, вы чувствуете исходящий от него запах гари. На торце металлической крышки виден отчетливый черный след. Заменить предохранителем. Маленький зеленый индикатор напротив предохранителя тут же оживает, раздается тихий гул. Побежали обратно сообщать электрику, что у нас все получилось. И включим наконец-то рычаг, который подает питание на эмулятор. Подходи, не стесняйся. Показать ему сгоревший предохранитель.
Позвольте, но это глупость, халатность или должностное преступление. Этот предохранитель рассчитан на 400 ампер. Неудивительно, что он сгорел. Вы работаете с Генриеттой? Тогда именно вы должны сообщить ей об этой находке. Я также настоятельно советую вам обратиться к мистеру Вайерсу, руководящему Синим Крылом на Магеллане. Я всецело полагаюсь на вас. Хорошо. Сообщим Вайерсу. Приятно подойти. Было поболтать. Теперь опять возвращаемся к панели управления. Включаем второй рычаг. Готово. Питание на эмулятор подано. Все, квест пахнет жареным. Выполнен. Проект эмулятор, тоже часть этого квеста, выполнена. Надеюсь, данное видео будет кому-нибудь полезно. Пока.